Чай, кофе, ничего не надо предлагать. Мы к вам ненадолго. И вообще у нас к вам серьезный разговор. Слушаю. С этого дня половину еды будете отдавать нам. Схуяли. Может, все-таки мандраж, ноги, скорость? Либо по-хорошему отдайте, либо я тебе сам лично в жопу. Порву! Наконец-то. Что случилось? Еще мы у них забрали? Какой там? Наоборот. Одежду у вас забрали они. Все. Теперь действуем по моему плану. Так. Назга, ты вот как раз против насилия же. Вот ты и будешь разговаривать с ними. Ой, вождь. А вдруг они меня ударят, как и вас? Да у него удар не поставленный, слабый. Тут, короче, такое дело. Помните, в прошлый раз не договорились? Может быть, в этот раз как-нибудь придем к консенсусу, а? Что он говорит? Ничего не понял. Но, кажется, угрожает. Не уклоняйся! Вольф проснулся! Говорил? Нет. Да, я даже слова не успел сказать. Капец, вспыльчивый. Ага. Нужен другой вариант. Да, нужен другой план. Я придумал. Ну, вот, в принципе, все наши требования. Че, как? Это он вас отправил? Да. Ой, яки! Качки, сука! Ой, вождь мой, вождь, пугаете вы нас часто в последнее время. Кругом одни мародеры, варвары. Знаете? А ты? Я думаю, хоть ты можешь нормально договариваться. Да, я почти договорился. Там осталось сказать одно слово. Пожалуйста.